началась вторая половина этого решающего поединка. И сейчас полузащитник москвича Валерий Воронин, выполняя установку тренера, сам очень часто подключает столичных футболистов. Вот очередная комбинация. Мяч у Валентина Иванова. Он отдает его немножко назад. Сразу же Сергеев устремляется к штрафной площадке. Но неудача. Защитники ликвидируют. И тут же Виктор Шусиков из глубины тыла начинает очередную атаку столичных автозаводцев. Мяч у Славы Митрумели. Он обыгрывает своего сторожа. Очень стремительно проходит по краю. Передача Гусарову. Гусаров бьет. Макаров на месте. Вратарь Киевлян забирает мяч.